Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня я вам покажу крипер шейдеры для Майнкрафта Pocket Edition. Вот совершенно недавно вышло обновление данных шейдеров, и большое спасибо разработчику за то, что он выпустил такие классные шейдеры, где сочетается красота и оптимизация, что довольно редко встречается в шейдерах, друзья. Также хочу сказать, что сейчас я немного заболел, у меня есть температура, поэтому если не будут выходить видеоролики, значит мне стало хуже, поэтому, друзья, вы будете знать, если нет видеороликов. Точнее, вы будете знать, почему их нет. Что же, а шейдеры очень красивые. Также, друзья, обратите внимание на солнышко, хотя есть некоторый баг с изображением блюра. Ну, надеюсь, в скором времени это все исправят. Сейчас, наверное, около 20-30 FPS, а я извиняюсь за черный экран, друзья. Сейчас он пройдет по-быстренькому, хотя давно его уже не было. Но зачем же ты опять появился? Ладно, друзья. Опять же, все это связано с ArtProf, который мне позволяет снимать видео. Что ж, надеюсь, сейчас он, да, друзья, все пропало. Собственно, что же, шейдеры и вправду очень хорошие. Ну и обратите внимание на тени. Они сглажены и очень хорошо пририсованы. Собственно, данный шейдер можно отнести в топ шейдеров. Особенно, друзья, обратите внимание на эту яркость. Эта яркость связана именно со снегом. В другом биоме такой яркости уже не будет. А также есть главная особенность данных шейдеров. Смотрите, друзья, во-первых, присутствует маленький туманчик, который не так уж сильно заметно, но все же он присутствует. А также, если зайдете в любое здание, вот вы зашли, и теперь выйдете, то атмосфера поменяется, как будто вы резко вышли на свет, хотя в реальной жизни это встречается часто. Как понимаете, данные шейдеры очень реалистичны, и за них можно обязательно поставить лайк, друзья, а также подписаться на канал. И все же, если хотите скачать данные шейдеры, переходите в описание, вам придется распаковать архив, в нем будет еще три архива, это три вида шейдеров, и вы просто выбираете шейдеры на свой вкус. Вы можете установить каждый шейдер по отдельности и посмотреть, что у вас будет. Каждый шейдер влияет на, так сказать, на оптимизацию. Собственно, смотрите сами, устанавливайте и выбирайте лучшие. Ну а на этом все, друзья. Все, что надо было сказать, я сказал уже в середине видеоролика. Поэтому до скорых встреч!